Топ-модель показала, как отмечает Хэллоуин. Кая Гербер позировала в живописном головном уборе. Дочь Синди Кроуфорд присоединилась к массовым гуляниям в канун Дня Всех Святых. Кая предстала в ванной комнате, выдержанной в белоснежных тонах. Топ-модель сделала селфи в зеркальном отражении. Девушка приспустила банный халат, обнажив загорелые плечи. Она сделала яркий макияж с акцентом на глаза и дерзкую взъерошенную прическу. На голове звезды красовался яркий акцент ее образа, корона из пышных цветов, хвост которой прикрыл часть груди. Это сделало ее похожей на невесту из мистического триллера. Счастливого Хэллоуина, маленькие призраки, пожелала Гербер. Она также обнародовала в Instagram Stories свои лучшие костюмы для этого праздника. На первой фотографии Кая была запечатлена в детстве на руках у мамы. Девочка была одета в очаровательный костюм Минни Маус. Синди Кроуфорд выбрала платье с розовыми перьями в стиле кэмп. Это фото доказало, что наследница топ-модели очень похожа на свою звездную маму. Второй образ Гербер напомнил американскую рок-певицу Джоан Джетт. Кая позировала в черном парике, футболке и облегающих джинсах. Костюм дополнили браслет с металлическими клепками, эффектное колье и ремень с цепью. Третий образ Каи был навеян Нео из «Матрицы». Она надела кожаный плащ с высоким воротником, стянутый ремнем, а также темные очки.